Экватор отопительного сезона. В праздники объекты Евгор Теплоэнерго отработали в штатном режиме. Все аварии были устранены в кратчайшие сроки. В четверг представители городского управления ЖКХ оценили работу котельной номер 30. Она расположена на улице Володиной. Техническое перевооружение здесь произошло 2 года назад. Котельная не требует присутствия персонала, надежно и экономично. После модернизации котельной мы ушли от постоянного нахождения здесь обслуживающего персонала. То есть здесь котельную периодически, в соответствии с планами и графиками, посещают персонал киповцы, электрики, газовые службы, ну, соответственно, мастер. За такими автоматизированными самостоятельными котельными – будущее. В целом же все котельные города на данный момент свою службу несут исправно. Гораздо больше опасений вызывают изношенные сети. При резких перепадах температур возможно расширение металла, что и провоцирует аварии. Неделю назад был локальный температурный минимум, да, где-то там с 22 января там до 27-го. Естественно, нами были определенные работы проделаны по усилению режимов работы. Но для нас это режим, в принципе, штатный. Вот. И каких особых в этот период серьезных каких-то проблем мы не заметили. Комплексное техническое перевооружение на этот год запланировано в котельной номер 18, которая располагается на улице Свободы. Работы будут выполнены собственными силами предприятия. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.